Начнем с того, что это комплексное удобрение, а значит, состоит из множества компонентов и содержит все необходимые элементы для питания растения. Оно разработано специально для питания растения на кислых почвах. То есть в состав включены все необходимые макро- и микроэлементы, нужные растению. Но кроме того, включены раскисляющие компоненты, благодаря чему питание становится доступным для растения на кислых почвах. Делает элементы питания доступными для растения и в результате стимулирует рост и развитие растения.